Память о героях войны должны хранить не только родственники, но и коллеги. В этом уверена преподаватель Дворца творчества юных Ирина Чистякова. Несколько лет она собирала материалы о педагогах и кружковцах, сотрудниках Дворца, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Набралось более 20 биографий. Результаты работы представила на краеведческий конкурс. Для меня еще было важно, чтобы показать, что и в каждом каком-то учреждении, на каком-то промышленном предприятии тоже были свои герои, участники Великой Отечественной войны. Эти предприятия работали еще до войны, продолжают работать сейчас. И вот важно сохранить память об этих сотрудниках, которые когда-то работали во дворце и которые внесли свой вклад в победу. Городской краеведческий конкурс «Знай и люби, родной Владимир» появился в 1997 году и сразу приобрел большую популярность. Каждый год новая тема и задания. Участников все больше. В этом году организаторы выбрали тему 70-летие Великой Победы. Она завершает своеобразную военную пятилетку. 5 лет назад конкурс уже посвящали Великой Отечественной войне. Организаторы говорят, в этом году повод особый. Сейчас открылись новые достоверные источники архивные в интернете, «Подвиг народа», «Мемориал», то есть банк общедоступных данных. Поэтому в этот раз, и тем более многие участники участвовали в различных акциях, «Бессмертный полк», «Дети войны». И вот этот весь материал, пятилетний и последний юбилейного года, фактически они представили на конкурс. Причем они открыли для себя судьбы своих прадедов, дедов. В этом году в конкурсе участвовали более 400 человек. Школьники, студенты, краеведы. Работы представляли по 3 разделам. «Подвиг народа помним», «Поиск продолжим», «Память храним». Участники обращались к электронным базам данных, занимались поисковой работой, предлагали проекты по увековечению в нашем городе памяти о победе. Беседовали с ветеранами. Итоги подводились в личном и командном зачете. Команда школы номер 13 – победитель в школьных номинациях. Свои работы старшеклассники представили во всех 3 разделах. Вот этот конкурс был посвящен 70-летию Победы, а так как в нашей школе находится музей боевой славы 245-й гвардейской танковой бригады, ушедшей на фронт из нашего города Владимира в 1942 году и прошедшей такой славный путь до Берлина от Владимира. И в этой бригаде очень много было земляков, танкистов, владимирцев. Мы занимались поиском их семей, родственников, тех, кто погиб, кто вернулся. Итоги подводило общественное жюри. Победители и призеры конкурса получили дипломы и призы от организаторов, краеведческого общества и администрации города. Маргарита Махрова, Константин Миронов, 6 канал.